Да, ну и трэш, конечно. Трэш-стример. Счекалас мате. Так, графика 3D5.0, турбодизель, твин-турбо. Базара Эксима. Так, средний уровень сложности. My head. Я помню, как-то чесал жопу и прям палец провалился в говно. Ну, я потом это, ходил весь день, руки не мыл же, по... Ну, как поначалу понюхаешь, типа воняет какашками. А потом вроде как нос привыкает и уже по... Тридцать лет женщине. Это уже все, это уже жизнь прошла она полностью, то есть уже все. Извините, я перданул на женщину 30-летнюю. У меня есть татуировки, да. У меня типа этот самый кочегар. Татуировка, это, ну, ничего там страшного нет. Какая разница, это вообще дело личное. Как бы, ну, татуировка, что такого-то? Она не делает человека ни хуже, ни лучше. Просто татуировка. Какая разница? Вон у Коростина, ну, на жопе, короче, написано «входящий бесплатно». И что? Что теперь? Деда, можно песенку про свадьбу Димы из Тюмени? Я тебе сочувствую. Есть такая, есть, свадебная. Есть. Ну, я живу в Европе, но иногда да на... Вот полюбуйтесь, наш Янько зашел в страшилку и опять затупил. 16:55. Ой, блядь. Блядь, какой пароль? Какой? 98:17. Сейчас раса забаню нахуй. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. И что? Ну, дедушка, все. Ты самый лучший стример. Ага. Ни один из типов всяких этих не стримит по 12 часов в день. Контент в самом деле, ва. Люблю тебя, дедушка. Хочешь спасибо, стишок? Братан. Нет. Идет репер по улице, а кепка 1655. It's locked with a padlock. I have to figure out the combination. А? Что? It's locked with a padlock. I have to figure out the combination. Ну. Я сам догадался. Well, no, I just have to get out of here. Что за хуй? Господи. Блять! Куда?
Ой. Ой-ой-ой, блять. Ой. Блять. Ебать. Как этого пройти-то? Well, no, I just have to get out of here. Это, кстати, Коростина Виктория. За мной бежать начинает. Но я ее не боюсь, потому что, ну, что бояться, она слабенькая. Ой. Ой, блядь. Он типа слепой, да? Ой. Боже, блядь. Прячьтесь тихо, чтобы он вас не заметил. Well, no, I just have to get out of here. И чё, потом всю игру дальнейшую прятаться от него? Иди нахуй! Блэк Бакарди, твоя мама в моей кровати. Блядь. Пизда. Ой, блядь! Какая хуйня, да как ж... Да я же, сука, инкогнито, а! Если у вас включат фонарики, ему будет легче вас заметить. Это Олька преследует меня, чтобы заняться сексом. Ой, Виктория Коростина, то есть, да. Это Коростина за мной бегает, у нее, ну, месячные закончились, и она типа хочет сексом заниматься со мной, Вика вонючая. А я говорю, слышишь, блядь, не туда побежал изначально, ладно, сейчас. Я говорю, слышишь, а я не хочу. Блядь, ты что ж меня тянет туда? All four symbols must be found in this room. И чё мне сидеть в сральнике? Теперь. Ну тебе не привыкать. Олька, я ему в рот насру, да и всё. Так, он, наверное, может какую-то дверь открыл дополнительно. Может, он какую-то дверь открыл. Ну почему я должен от него ходить постоянно? Я на улице, да, под навесом.
Сука, Виктория, отстань. Дай по-нормальному поиграем. Короста ходит за мной, у нее месячные закончились. Писька чешется. У, сука. Бля, бык ебаная. У, сука. Да, надо идти туда, откуда он вышел, вниз. Так что эта хуйня делает? А, вон оно что. Блядь. Кал и Григый. Nothing interesting that could be useful to me. 8. Это какая-то подсказка. Тут 8, тут что у нас? 4. Какие-то цифры, для чего они? Ой, сука, мудилы ебаные, сейчас все подряд будут писать. Пидорасы тупые, нахуй писать все подряд в чат, я не понимаю. Дебильные, нахуй я просто писать набор цифр, вы дебилы или что? И теперь этот хуй будет ходить и тут из-за вас, рахитов. Паша ему пох, он дверь выбил, он бивень. Тут какое-то слово должно быть. Блять! Бан! Пизда, сука. Если вы пишете пароль и не уверены в том, что он правильный, я буду его вписывать. Если он неправильный, я даю пермач. Договорились? Ну так игрушки в алфавите. Посмотри, расположение слов и в том порядке собери цифры. На доске написано, что Рамзан... А в какой порядке? Я откуда знаю, откуда начинать? Эй, Банько! Вот это единица! С какой начинать? Может, с нулевой буквы начинать, Ебанько? Посмотри, какая игрушка под буквой D в алфавите. Ну, алфавит вот. То есть у нас D кукла, дол. The toys have to be some kind of code. То есть вот это, да? По идее. Ну, это получается шестерка. Ой. Ну, по-другому, если не крутится. Ну да. Это шестерка. И что? И что? Ну, шестерка. То есть вторая цифра шестерка, правильно? В смысле, еблан? Сейчас им пиздец. Тихо. Ты долбоёб. Это шестерка, по-твоему, или девятка? Если сверху в черточка, это как бы мягкое, ну, ударение мягкое. Это шестерка мягкая. Yeah.
А, девятка. Раз. Хлопни это, литоникт. Хлопни нахуй. Ну, короче, я ничего не соображу. Какая-то хуйня сложная. Надо подумать, логистику включить, сука. Да я просто не соображу. Я сонный, приболевший. Где-то еще подсказки должны быть. Ну, так нереально угадать. Илюшка. Пасхалка Nintendo Switch. Просто Nintendo. Логика всегда превыше всего. Я логику включил и сразу, блять, сразу понял, в чем пожилая собака зарыта. Блять. Да блять. Ты че, слепой мальчик? А, у меня не пойму. Блять. Пизда, пацаны, его убивает. Бан, сука! Не за шо хлопнули. Так, ладно, дайте спашку, ребята. Все, я пошел спать, я засыпаю как женщина.